Друзья, я рада вас всех приветствовать на своем канале. Сегодня я готовлю аджику из томатов, которая не подвергается термической обработке. Нам понадобится 3 килограмма хороших помидор. У меня сливка, у них плотная мякоть, не водянистая. Килограмм сладкого перца, 5-6 стручков острого перца и 2 головки довольно-таки крупных чеснока. Овощи заливаю теплой водой с добавлением пищевой соды. Минут 10 они у меня лежат. Затем промываю, просушиваю. И овощи готовы для дальнейшей обработки. Чистенькие, дезинфицированные. Обрезаем у томатов основание плодоножки. Я обязательно обрезаю. У перцев срезаю также плодоножку. Чеснок чищу на зубчики. Все перекручиваю на мясорубке. На решетке такой средней, не мелкой. Перекрученная масса получается вот у меня такая густая, из-за того, что у меня правильно выбран сорт томатов, не водянистый, сорт сливка. Вот такая густая, хорошая масса получилась. Повторюсь, эта аджика у меня не подвергается термической обработке, хотя у меня, конечно, есть много рецептов, которые и подвергаются обработке, варятся. Отправили сюда 2 столовые ложки с горкой соли, и я сюда отправлю аспирин. Аджика наша будет полезна, витамин С сохранится. Аспирин разжижает кровь, тоже полезен. Не бойтесь его отправлять, он является хорошим консервантом. Я отправила 10 таблеток на 4-литровую кастрюлю. Теперь хорошенько перемешаем все, чтобы растворилась соль, растворился аспирин. Аспирин хорошо растворяется. Перемешиваем. И всю эту массу, аджику, либо оставляем в кастрюле, открытой, прикрыв марлечкой, либо я разлила в 2-литровые 2 банки и крышками не закрывала. Часов 10 пусть постоит открытая, чтобы выделяющийся газ выходил. Затем, если вы еще не разлили, разливаете по банкам. Накрываю пластмассовыми крышками и храню в холодильнике. Если у вас есть возможность, в доме подвал есть, пожалуйста, храните там. Всем всего доброго, всем приятного аппетита, всем здоровья.